Скажи, что такое этноцентр. Все слушают. То есть никто не знает, что такое этноцентр, да? Вот есть такая мечта создать за пределами, за границей Ростова, создать этноцентр. Что такое этноцентр? Этноцентр – это такой центр, который собирает в себя все религии. Все религии, все направления, все течения культуры, вот, там, искусства. В общем, это такая сфера, которая отбирает в себя все самое-самое лучшее. Вот что, наверное, с чего надо было начать. Вот куда приезжают интересные мастера, которые делятся своей какой-то информацией, своим каким-то умением. Это такой центр, в котором собираются люди для того, чтобы поделиться радостью и приумножить ее. Знаете, вот когда один человек живет такой, радуется чему-то, ему сложнее как-то выжить в этом мире. А когда он делится этой радостью, смотришь, уже 2, потом уже 4, потом 8, 16 и так далее. То есть вот есть такая идея создать этноцентр. И если у кого-то есть желание поучаствовать в создании этноцентра, вы можете обратиться ко мне или же вот к нам, и мы расскажем, в чем идея, какие мысли, и какие есть уже на данный момент ресурсы. Вот кому интересно, можно будет после этой вечеринки подойти и пообщаться на эту тему. Или можно ВКонтакте.